Приветствую! С вами Павел Кольцев, и в этом видео я хочу поделиться с вами одной простой фишкой, которая помогла мне снизить вес и поддерживать мой текущий вес на том состоянии, которое я хочу. Фишка звучит следующим образом. Хочешь есть – выпей 2 стакана воды. Хочешь есть – выпей 2 стакана воды. Хочешь есть – выпей 2 стакана воды. Большинство полных людей, они путают голод и жажду, и когда у них на самом деле жажда, они чувствуют, что в организме что-то не то, они начинают жрать и за счет этого набирают лишний вес. Плюс вода, она очень хорошо создает ощущение сытости и плюс выводит токсины. Как понять, что вы пьете достаточное количество воды? Очень просто. Извините за такие, может быть, не очень лицеприятные подробности. Когда вы идете в туалет и, пардон, писаете, если вы пьете достаточно воды, у вас моча прозрачная, такая светлая, светло-желтенькая. Если же она насыщенного темного цвета, это значит, что вы пьете воды слишком мало, у вас идет интоксикация организма. Из-за этой интоксикации вы чувствуете себя плохо, и вам хочется жрать, и вот привет лишний килограмм, который вы нажираете. Поэтому, дорогие мои хорошие, ну это касается в первую очередь дам, они обычно чаще этим озабочены, но и мужчины тоже. Если вы хотите обрести стройность, вам нужно пить много воды, минимум 2 литра именно воды в сутки. То есть ни чая, ни кофе, ни соков, ни газировки, ни минералки. Именно чистой, фильтрованной, питьевой, ну или вымороженной воды. Потому что если вы будете пить мало воды, организм будет чувствовать, что что-то не то, он будет подавать вам в мозг сигнал, и вы будете передать. Еще разок. Хочешь есть, выпей 2 стакана воды. Хочешь есть, выпей 2 стакана воды. Хочешь есть, выпей 2 стакана воды. И вы удивитесь, насколько просто и легко вы начнете избавляться от лишнего веса, когда вы начнете следовать этому совету. Причем, хотите есть, выпили 2 стакана воды. Если чувство голода не прошло, еще минут 10 подождите, еще 2 стакана воды выпейте. Если чувство голода не прошло, еще стаканчик воды. Если чувство голода все еще сохраняется, значит, вы на самом деле хотите есть. И можно таки кушать. Теперь представьте, как часто вместо того, чтобы пить воду, люди жрут печенье, чипсы, шоколад, конфеты, а потом удивляются, что это на мне там 10, 15, 20, 30 лишних килограммов. Человек на 80% состоит из воды. Мозг состоит на 80 там, или там, на 85% из воды. Поэтому, когда вы пьете мало воды, из-за этого могут быть в том числе головные боли, потому что наш организм, он работает на основе химических реакций, на основе воды, в которой через нейромедиаторы передают информацию по всему организму. Если у вас в ваш организм поступает мало воды, вы хуже соображаете, у вас начинается бессонница, вы начинаете плохо себя чувствовать, и от того, что человек себя плохо чувствует, обычно это женщины, они начинают передать, вот здравствуйте, опять привет, лишние килограммы. Так что, милые дамы, пожалуйста, если вы хотите быть стройной, а если вы мужчина смотрите, если хотите быть стройной, хочешь есть, выпей 2 стакана воды. Внедрите это видео в свою практику и, пожалуйста, напишите о результатах под этим видео, что у вас получилось, как получилось. Ну, а если вы хотите узнать больше о том, как обрести стройность, я приглашаю вас на специальный интернет-тренинг. Информация об этом тренинге находится ниже под этим видео. Пожалуйста, регистрируйтесь прямо сейчас, потому что обретение стройности – это процесс может быть простым, легким, интересным и приятным, если у вас есть в руках технология. Именно эту технологию мы будем вам передавать на тренинге. Регистрируйтесь прямо сейчас и до следующих встреч. С вами из Санкт-Петербурга, где совершенно замечательная погода, с Дворцовой площади, Павел Кольцев. Счастливо! Регистрируйтесь прямо сейчас.